Ну что, ребят, продолжаем. Дальше трэш. Другим это не назовешь. Почти 700к. Мы просто ждем этого героя. Я не знаю, как маны небесные. Что это за герой? У меня уже слов нет. Я не знаю, как я вам эти видосы потом пооткрываю. Но это просто аут. 700к самоцветов на бездонатного героя, который просто не падает. Я уже весь рынок забрал, не знаю. Ну, не весь, еще есть что забирать, но я думаю, что мы весь рынок заберем и будем просто ждать уже на английском сервере. Потому что я, честно скажу, я люблю вам делать первым обзорчики, чтобы у вас все было на максималке, но это того, ну, битва замка, вы сами видите, куда идет, оно того не стоит. В общем, трешуем. Это уже третий, ребят, роллинг. Третий видос, я уже там 40 минут, даже больше его пробую выбить. И он нифига не падает. То есть так, чтобы вы понимали, это просто аут полный. Я уже запарился даже, просто тупо запарился щелкать. Лучше вам другой контентик позаснимаю. Это. Вот посмотрите, уже вообще ничего не падает. Просто тупо ни хрена. Шестая землеройка, ребят. Это уже шестая землеройка. Шестая. Не первая, не вторая, а шестая падает. Шесть последних героев выпало. Помимо там куча космо, куча всего. Короче, no comments. Просто молча ловим. Третий заход. Но. Plant Warrior. Ну, нафига мне ваш Plant Warrior? Запарили уже. Ой. Короче, жесть. Чувствую, что я сейчас доролю и хрен забью на героя. Буду потом его тестировать. Так, поехали дальше. Кого там у меня нету. Ладно, давайте заберем большие паки, потом все мелкие позабираем, если не хватит. И скажем, хрен вам, китайцы. Идите вы. В принципе, а что они? Они не виноваты. Это все рандомчик. Вы тоже так думаете, да? Просто жесть. Ой, обалдеть. Я уже запарился. Знаете, все разы не давала, точнее давала нормально, нахрен этого лазуликса, а в этот раз типа сейчас за все разы просто отыгрывается, ну не падает. Пусть идут в одно место, вот так мы им скажем. Докачаем прорывы и нафиг этот кач силы. Парили уже. Где он? Вот где он? Вот уже просто чисто ради интереса. Просто полная дичь. Вот вы видите, сколько героев упало топовых. Вот Warrior падает.
показатель того, что шанс на этого героя, ну, в принципе, кому-то может и повезет больше, это нормально, но очень хреновый. Просто задумываешься, стоит ли этой вот хренью маяться. Череп, ничего себе. Лепите, короче, за каждую землеройку лепите лайк. А завтра, послезавтра его будут продавать за копейки. Вот такая у нас битва замков, ребята. Семь землероек. Семь. Так, что у нас тут розы нет? Как-то странно. Короче, куча плюх. Будет чем нам докачать аккаунт. Давно я стопу ушел. Такое чувство, что мы ворвемся в топ-10. Ну, конечно, не ворвемся. Не хватит нам ресурсов всех. Но все равно. Мне интересно, сколько у меня уйдет на английском сервере. Ну, там как бы возможностей побольше. Вы же понимаете, что такое. Неохота ждать. Поехали. Просто тупо, блядь, убрали шанс. Блядь. Да, в принципе, это нормально. Че я бомблю? Чему я удивляюсь? Вот 99% точно так же падает. Влад Дракула, рыцарь тьмы.
Знаете, такая надежда была, что это он там упал, последний этот хрен там. Да, печально. Давайте последний заходик попробуем. Может, повезет, если не повезет. Значит, не повезет. Блять, люблю такие трешечки. Знаете, как вызов. Такс, let's go. Последний заходик. Ну его нафиг. Ну что, думаете, придет? Купидон. Дерево. Паладин. По-любому подкрутили. Эсса. Блин, а как классно начинался роллинг, знаете? Слил 500к вот первых и, блин, реально упало очень круто. Этого героя мы даже называть не будем. Ну хоть друиды падают, это радует. Батька ролит, блядь. Суки. Вот так вот, ребята, с вас по лайку. Это просто жесть. Пишите комменты. Всем удачи, всем пока.